спросил пророк, что ты имеешь в доме, но что имеет бедная вдова, не ведая, что в вечном Божьем взоре сокровище там в доме берегла, стоит завален мусором кладовки, забытый, потерявшийся во тьме, на самой дальней, самой пыльной полке сосудик веры, масло в нем на дне. Немного масла, это ли спасение, как этой каплей долг мне оплатить? Но Бог открыл мне тайну в откровении, как от любых оков свободной быть. Слова пророка слушалась душою и принялась за дело в тот же час, поверил твердо Бог своей рукою, уже мою семью от рабства спас. Конец пути увидел от начала, позицию и роль свою открыл, ходатаем пролом и твердо стала за всех, кто мне так дорог и любим. Смотри, Господь, сосуды я собрала, какие только удалось найти. Я мыла их, я их опустошала, я чистила снаружи и снутри. Сосуд амбиций был на первой полке, и самым грязным оказался он. Сосуд позиций лишь стоял без толку, сосуд дыры сужений полишен. Заплесневело в кротости, смирении, пришлось огнем всю плесень выжигать, всю паутину, чувства, воображение. Пророк сказал с усердием снимать. Сосуд мой честность треснут оказался, пришлось ему подклеить черепки, сосудик совесть даже потерялся, и еле-еле удалось найти не просто мусор, что налив годами, из гордости житейской доставать, не просто пятна черными слоями старательно из памяти счищать, не просто все, что сатане служило, в служении Богу было посетить, но я живой водой сосуды мыла, чтоб для Христа могли они служить. И вот мои сосуды пред тобою, готовые по слову твоему, чтоб ты, Господней, сильною рукою освободил от уст мою семью. Закрою плотно окна и все двери, чтоб грех не смог проникнуть дом, и драгоценность тот сосудик веры возьму, чтоб ты чудо явил бы в нем. Немного масла, это ли спасение, но сколько я в сосуды не лила, но это масло мне на удивление не убывало вовсе у меня. Оно текло, оно блаухало чистейшим и весельем ручейком, елеем все сосуды наполняло и наполняло радостью мой дом. Святого Духа была в изобилии, хватало на сосуды и на долг, и не было на всей земле той силы, какую лил мои сосуды Бог. Сполна мне хватит выкупить из рабства себя, друзей и всю мою родну. Не убывает в моем доме масла, в сосудах чистых я его храню. И если есть нечистый, если есть сосуд нечистый в доме, прошу, Господь, ты мне на это укажи, и имея свет в твоем великом слове, найду сосуд тот уголке души. Я каждый день сосуды проверяю, чтоб чистоте и святости хранить. Я Богу их все цело посвящаю, чтоб он всегда их мог употребить. Спросил пророк, что ты имеешь в доме, но что имела бедная вдова, не ведая, что в вечном Божьем взоре сокровище там в доме берегла. Немного масла, в нем найдешь спасение, в нем есть источник, долг весь оплатить. Немного масла, в нем есть откровение, как от любых оков свободным быть. Аминь.